Во время визита в Кизляр 8 октября председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Кизляр-Урицкий мясокомбинат. Он осмотрел новый цех по переработке молока, запущенный в конце 2023 года с производственной мощностью до 40 тонн за смену. Предприятие выпускает до 18 видов продукции, среди которых молоко, кефир, йогурты, творожные сырки и другие изделия. Цех оснащен современным оборудованием для производства сыра и дополнительной обработки молока. Благодаря новому производству создано 30 рабочих мест. Кизляр-Урицкий мясокомбинат был основан в 1996 году и за это время стал известным не только в Дагестане, но и в Чечне, Ставрополе, Ростове и Волгограде. Как отметил генеральный директор завода Нурудин Омаров, предприятие начиналось с небольшой арендованной фермы, а сегодня это один из лидеров по переработке мяса и производству колбас. Абдулмуслим Абдулмуслимов высоко оценил современные технологии переработки молока и молочной продукции на комбинате. Отметим, что продукция соответствует высоким стандартам. По его словам, комбинат активно расширяет свою линейку и получает поддержку от государства и науки.